Олег Анатольевич, разница соперников в классе между там условным Эвианом и Атлетик Бильбао все-таки дает о себе знать. Насколько это влияет на подготовку ребят? Мы готовимся одинаково к матчам, что с Эвианом, что с Атлетиком. Вчера была тренировка, час 30, поэтому целенаправленно никто не готовится. Готовится команда уже к сезону. Сейчас все идет по плану, под нагрузками команда играет. И то, что соперник такой серьезный был, это наоборот плюс, что ребята смогли увидеть, что куда им еще расти есть и куда стремиться. Наверное, впервые в истории «Динамо» во время тренировочных сборов столько переездов. Объясните смысл этого всего, чтобы болельщики понимали. Ну, так распланировано, потому что вот чтобы сыграть с Атлетико Бильбао, они жили в Цюрихе, мы живем в Женеве, и надо было искать компромиссы. С тем же Сионом нужно было ехать, потому что мы заинтересованы в первую очередь в игре были. Сейчас предстоит нам австрийский сбор шестидневный. Расскажите, чем он будет отличаться от двух предыдущих? Да ничем. Также команда будет готовиться. Будут и двухразовые тренировки. И никто целенаправленно не будет. К Вильяреалу, к Униону готовиться. Готовимся к старту чемпионата и уже осенью к Лиге чемпионов. Поэтому вы видели, ребята после игры сыграли по тайму, еще дорабатывали 15 минут. Поэтому все идет, скажем так, по давно намеченному плану.